Своевременная оплата отопления и горячей воды может дать возможность ощутимо сэкономить свои расходы по этим ресурсам. Очередные победители акции «Запускай генератор тепла, оплачивай услуги вовремя» получили денежные сертификаты самых дисциплинированных плательщиков по итогам второго квартала текущего года. Мы постепенно приучаем жителей все-таки, что за жилищно-коммунальные услуги нужно своевременно и полностью оплачивать. И большинство к этому привыкнут, и в дальнейшем, может быть, такие акции не нужны будут, это уже будет автоматом, как говорить «здравствуйте» и «спасибо». В этот раз главной благодарности от ресурсопоставляющей компании удостоился Вагиз Хасянов. Сертификат на 30 тысяч рублей ему вручил глава города Иван Корнилин. И сегодня можно сказать, что два года уже можно за коммунальные платежи не платить, потому что сертификат будет вам вручен, и это будет входить как бы в уплату ваших коммунальных платежей. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Хотелось, чтобы вы присоединяли всех соседей в вашем доме к участию в этой акции, чтобы чем больше нижегородцев будут платить все время, тем город будет готов к зиме с теплом, с горячей водой. Чуть меньше, но тоже экономия выпала жительнице Советского района Ольги Семеновой. Ей вручили сертификат на 20 тысяч рублей. У нас маленькая квартира, комната 18 метров, в общем, в целом 29. И мы с мужем вдвоем, поэтому где-то 1100 идет за месяц. Ну, где-то на полтора года, я так поняла. Ольге Михайловне сертификат дисциплинированного плательщика стал хорошим подарком на 70-летие. При этом она говорит, что привычка не иметь долги по коммуналке у нее выработалась очень давно. Как подходит как-то конец месяца, и надо обязательно думать о том, что надо обязательно платить. Я к этому привыкла, в общем-то, с самого, можно сказать, как стала сама платить, оплачивать. И вообще за все плачу. Вовремя, всегда. Такие же сознательные нижегородцы, как Ольга Семенова, которым сегодня вручили сертификаты номиналом от 1000 до 10 тысяч рублей, а также остальные жители города, тоже могут стать участниками акции «Запускай генератор тепла» и претендовать на главный приз – квартиру в новостройке.